Всем привет! Из обычной бумаги можно сделать вот такие колечки с бабочкой. Возьмем полоску бумаги размером 2 на 14 сантиметров и сложим ее пополам. Развернем и снова сложим вдвое. Верхние углы загнем к центральной линии. Разворачиваем полоску и эти углы спрячем вовнутрь. Теперь согнем заготовку вот таким образом, с одной и с другой стороны. Верхние углы снова загибаем с двух сторон. Подогнем свободные края полоски. Верхние углы опускаем вниз. Один из углов поднимаем и, загнув его вовнутрь, согнем пополам одну из полосок. Проделаем то же самое с другой стороны. Получилась вот такая бабочка. Теперь сформируем колечко, просунув один край полоски в другой. Колечко готово. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и вы сможете увидеть видео в числе первых. Всем пока!